Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 31 марта 2017 года. Расскажем о теплице Капля VIP под обычный поликарбонат шириной 3 метра, длиной 5 метров. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 40. Арки выполнены в виде ферм. Вот так вот выглядят арки. Сама конструкция у нас стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. С одного торца установлена форточка. С другого торца разрезная дверь форточки. Также у нас установлен один форточный блок посередине теплицы. Форточный блок с ручным управлением. Поликарбонат использовали 4-миллиметровый, 0,72 плотность. По торцам поликарбонат защищен торцевым профилем. Пожалуй, на этом все. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока!